Браво, браво. Хотелось, конечно, тоже влететь так же ярко в эту студию, но плотнее встанем, не умеем. Нет у нас таких умений с Сергеем, как у ребят из Ростова хореографического ансамбля «Улыбка», которые представили нам здесь сейчас казачий танец «Молодычка». И, безусловно, руководитель их, Евгения Панчина, тоже здесь присутствует. Спасибо вам огромное. Это было невероятно задорно и бодро. Да, действительно, скажите, наверное, самая маленькая площадка, на которой вам приходилось выступать, или бывает еще меньше? Ну, побольше были. Это тебе моя маленькая, наверное. Простите нас, пожалуйста. Меняемся. За нашу однокомнатную студию. Но, тем не менее, все равно у вас получилось показать. Хочется узнать, а как вот называется, это солист? Вот человек, который делает вот эти вот кульбиты, или у него еще есть какое-то название ансамбля? Нет, это исполнитель трюка. А, вот, да. Типа трюкач. Трюкач. Опасная штука. Он как-то особенно подольше учится, чем все остальные? Ну, у нас все ребята занимаются акробатикой. Все трюкачи. Ну, стремятся. И говорят, ну, давай, Лаш, давай ты вот на это, на орел и решку. Нет, это очень сложный, трудоемкий такой процесс работы. Индивидуальный, можно сказать, потому что что трюки, что вращение, девочки, это не всем дано, можно так сказать. Это очень большая работа нужна. А это вот, я так понимаю, молодычка, правильно? Это переводит молодая, значит, да, наверное, посвятимся. Да. Есть как бы некие каноны этого танца, ну, в том смысле, что как в балете есть какой-то всегда обязательно. Да, или это полностью абсолютно авторский танец? Ну, это авторский танец, и вообще казачьи разновидности казачьего есть разные, есть кубанские казаки, есть это настолько разнообразная лексика, много вариантов разных, поэтому здесь нельзя так, что придерживаться вот именно. Придерживаться нужно. Если мы говорим, что это кубанские казаки, значит, нужно, чтобы это была вот лексика, музыкальное оформление именно кубанских казаков. Да? То есть вот в таком плане как бы работаем. Скажите, ну а в вашем репертуаре, вернее, в репертуаре вашего коллектива, какие вообще в принципе существуют танцы, что, может быть, придерживаетесь какой-то особенности, какого-то отдельного? Особого отдельного мы придерживаемся нашего традиционного русского народного танца. Вот это мы придерживаемся. Мы считаем, что это очень плохо, что очень мало внимания уделяется этому виду искусства, я считаю. И особенно детской хореографии очень мало народного танца. Хотелось бы, чтобы этим больше сейчас как-то современное, более популярное, что идет. Но нужно не забывать, кто мы, где мы и откуда мы. А вот к ребятам хочется обратиться. Как часто вообще, в принципе, проходят репетиции, тренировки, хотел сказать? И сколько времени этому уделяете? И есть ли вообще, в принципе, в этом что-то, что не любите? Потому что я, например, в своей творческой профессии больше всего не люблю учить текст. Это вот прям самое такое вот трудозатратное. Хотя самое важное. Важное, но это такая вот техническая часть, без которой, к сожалению, не обойтись. Вот у вас есть такие вот, скажем, минусовые кусочки? Я думаю, то, что у каждого нашего участника этого коллектива есть какие-то такие моменты, движения. Ну, но мы работаем над этим. А вот сейчас покажу. Вот не люблю. Вот, например, я так кручусь. И вот этот момент мне не нравится прямо. Не люблю. Если развивать свою работоспособность, много заниматься, становиться выносливым, то, в принципе, я думаю, что у каждого человека это может получиться. Как часто трудоспособность и выносливость свою проверяете? Да. Много это сколько заниматься? Мы занимаемся 4 раза в неделю по 2,5 часа. Ну, соболезнуем. Нет, конечно, это правильно. Без этого никак, только количество переходит в качество. А, в принципе, сколько времени уделяется на то, чтобы создать номер? Ну, так вот, с нуля. Ну, это по-разному. Ну, да, но тем не менее, примерно так. Это очень, это зависит, насколько, как происходит контакт с постановщиком, да, насколько это все, потому что постановщики разные, и энергетика разная, и объясняют по-разному, и кто как быстрее. Но, в принципе, номер как бы развести, не отработанный, развести можно, ну, за 2 недели. За 1.5 недели. Не можно. Первый раз уже встречая коллектив, к сожалению, не было возможности поучаствовать. И частенько, ну, наверное, это стандартная такая ситуация, что в конце идет бисовка, так это называется. Бисовка. Да, для чего это вообще, в принципе, придумано? Вот я никак не могу понять. Вот я уже посмотрел номер. Уже у меня руки. И вдруг раз меня зачем-то автор вот берет и по рукам бьет и говорит, нет, подожди.
Нет, давай, как ты досмотришь. Это не все номера, это по желанию, я считаю. А для чего это делается? Или бывает вот потребность такая, вот нужна она здесь, вот она прям чувствуется, что здесь вот бесовка. Как номер на бис. То есть бывает так, что вот номер прошел, и у зрителя ощущение вот... что я бы еще посмотрел. Так, пожалуйста. Как бы, нет. И автор говорит, да, пожалуйста, вот есть как, у нас. Мы считаем, что это очень хорошо, когда не хватает, конечно, вот еще бы посмотрел, чем зритель устает. Угу. А бесовка это тоже такой вот ход очень интересный. Он может повторение с трюковыми элементами быть. Это тоже, то есть дополнительно зритель, как бы кусочек, но зритель еще видит и наслаждается этим, что исполняют... Ребята, да. Угу. Скажите, а бывает так, что, допустим, ну, понятно, что у вас огромные, наверное, постановочные, кроме вас еще есть постановщики, а бывает так, что ребята сами включаются в разработку номера и предлагают свои какие-то идеи, которые вы прям сразу берете за работу? Ну, или они нет, такое тесто, такого... получается, да, у вас, которое... Да, они пластилин. Пластилин, да. Как мы называем, они пластилин. Вот что видит постановщик, как он видит, и то, что предлагает, то они и исполняют. Как бы такого пока еще нет, чтобы они могли сами. Сколько в репертуаре стран, если правильно будет сказать, из скольки разных стран есть у вас? Я так понимаю, это вот казаки украинские, наверное, да, по всей видимости? Нет. Украина это одно, казачье. У вас есть другое? Ну нет, в смысле, просто казаки, они кочевали, там были кубанские. То есть вы имеете в виду, какие у нас есть в нашем репертуаре? Есть в нашем репертуаре, но что-то не исполняется пока. Да, то есть мы что-то оставляем, что-то уже... У нас ирландский танец есть в нашем, как бы, репертуаре, китайский танец есть, и Украина есть. А вот есть ли ребята, которые ирландский танец танцуют? Нет. Мы сейчас не... Мы сейчас вот как бы перешли на русскую чисто вот тему, да. Ну что ж, пожелаем вам успехов в этом труде. Побольше еще занятий, чтобы сил хватало на эти занятия. Вот, и будем ждать опять гостей. Да, как можно чаще вас видеть, наблюдать, потому что было очень ярко, позитивно и здорово. Спасибо огромное. Напомню, детский образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» и улыбающиеся ребята Евгения Паншина. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ну а тем временем улыбающийся Вячеслав Громов сейчас появится на ваших экранах. Именно он будет подсказывать вам советы, давать же опять же такие их на тему того, каким же образом можно выжить во враге.